Потасовка в офисе частной турфирмы. Люди, которые вовремя не смогли улететь на отдых за границу, пришли забирать свои деньги. Правда, между сотрудниками и клиентами едва не случилась драка. Подробности в репортаже Таисии Ковиной. Я не дам их, все. А почему вот ты снимаешь? И что ты дальше снимаешь? Ты знаешь, что незаконная съемка это? А? Что? Эти кадры сняли клиенты. Туристы хотели вернуть свои деньги за несостоявшийся отдых. Но денежных средств не увидели. Сотрудники офиса попытались прогнать недовольных. А кто это его толкнул? За руку скользнул, иди. Да? Да, на видео там все заснято. Руководитель фирмы говорит, стоимость путевки в Таиланд около 80 тысяч рублей. Клиенты заплатили лишь часть. Остальное щедрая компания доплачивает за свой счет. Вот только в этот раз вышла проблема, и люди не могут улететь с конца февраля. 15% это деньги клиента, остальное это мои личные. Мы имеем право осуществлять такого рода деятельность, мы ничего плохого не сделали. Я понимаю, что у нас зависли билеты, это я понимаю, но не очень ограниченного количества людей. Люди вылетят. Правда, некоторые уже отказались от отдыха, часть человек получили средства обратно, а другие нет. Я написала заявление на расторжение договора и возврат денег, и, естественно, Наталья каждый день кормит завтраками, то срок не вышел, то еще что-то. Вот. И мы сейчас пишем коллективное обращение в полицию, в прокуратуру. По словам клиентов, проблемы возникли у тех, кому все-таки посчастливилось улететь на отдых. Они якобы не смогли вовремя вернуться. И вообще, все, кто нормально и адекватно решает вопросы, давно нашел со мной общий язык. А я с ними. И все вопросы мы решаем в рабочем порядке. Еще и с праздниками друг друга поздравляем. Так что лучше пишите в личку и будем обсуждать насущные проблемы. Спасибо, что вы со мной. Вы делаете меня сильнее и даете возможность работать качественно. Сейчас недовольных собралось более 60 человек. Клиенты уже собрались писать заявление в прокуратуру. Теперь разбираться в этой истории придется служителям закона.